Сочи парк отель. Один из корпусов. Третий. А вот этот боком стоит. Это четвертый, в котором я живу. Вся территория парк отеля. Громадно. Цветущая юбка. Озеро. И вот эта дорожка на море. Парк аттракционов Сочи. Комплекс зданий Гамма Сириус. Это Рэдиссон. Это очень интересное такое. Это пекарня, очень даже классная. Горы, солнце, озеленение прекрасное, пространство, все так удобно распланировано. Вот это вот кафе, где можно и кофе попить, и покушать. Это все в Сочи. Модно, стильно, удобно, красиво, очень вкусно. Вот я была там, пила кофе, мука. Кафе. Ой, запахи какие. Кофе, лаванда, розмарин, пальмы такие роскошные на голубом небе. Пахнет соснами. Отель Рэдиссон. Бадлери славятся своим пляжем. Вот пляж Рэдиссон. Сезон заканчивается. Температура воды 18, воздух 18. Сегодня 29 октября, пол третьего дня. Прекрасный день. Купальный сезон продолжается. Великолепная панорама вечером, закат на море, там светится Рэдиссон вдали. Сириус Блю
красный закат, и море, и горы, и Сочи парк отель. Мой номер в Сочи парк отеле. Первое впечатление после прилета в Сочи. Сияет чистотой, свежестью. Очень удобный. 6-й этаж с видом на море. Все новейшее, чистое, и вот набор весь такой традиционный. Территория Сочи парк отель вечером. Вот детский паровозик ездит по территории. Безмолвная гладь речки, пруда. Проходит мимо кондитерского кафе. Я зарядник сейчас возьму, и все, и обратно идем. Детские площадки, деревья, очень все ухожено. Каждое дерево тщательно подстрижено. Травка вся подстрижена. Растут пальмочки молодые. Сочи парк отель в Адлере был построен перед Олимпиадой, перед 2014 годом. Громадная территория и 12 вот таких корпусов. Очень хорошо расположен в самом центре. Здесь вот парк аттракционов, там дальше Олимпийский парк, вот там море.